Сегодня у нас 26 июня 2016 года. Вот мы с нашим лагерем станом идем на воскресную службу. Вот коровок ведут деревенские. Вот они, печок наш. Ну, это вообще надо. Швейцар-то подает ему одежду-то и уронил это, которое в руках-то у него-то. Ну, это верхушка-то отломилась. Он говорит: батюшка, прости, говорит, клюшку изломал. Он говорит: я тебе еще хоккеист, что ли? Так мы пилу-то твою этот порвалась. Да ладно. Он даже не деревья пилил это, не настоящая, она на боку. Что-то надо, значит, скажу, сколько стоит, как достать. Да нормально, я уже купил, все купил? Хорошо. Сколько да. стоит? По чеку посмотрю. Узнай. Потому что мы никак не должны. Видите, я даже не видел, как еще это получилось. Она уже леченая. Вот. Ну главное, поэтому... что ни одного дерева мы не свалили в этот день. Понятно, ну ладно. Есть, я скажу сейчас. 49 на моих. Но у меня немножко вперед вроде иду. Да, рубашки, портянки, спаси Христос. Постирала. Она стирала? Наверное, не знаю. Будет дождик? Они там заходят с мокрого угла. У нас мокрый угол называется. Должны сильно спаси Христос. Что это у тебя на углу? Ну ты укусили, наверное. Так, не так. Что-то ударило, что ли? Да нет, что-то мне это... Или попала грязь какая-то? От комара, наверное, там покурил. Комарик укусил, я видать. Кровь разжижу. Вчера поставили мы капкан. Большие кучи, огромные, больше метра шириной. Вот такой высоты. Крот нарыл. Поставили капкан. Сегодня пошел есть. Так я пришел его, карта отпустил. Шарик как схватил его и задушил. Коршун. Маленький. Коршун. Да главное, шарик боевой какой. Полная победа. Так убил, когда на поверхность давай катать, чтобы от него пахло как медали. Ну, на военном. Ладно, о победе заботился. Отпадает, да там развязывается. Давай, отдыхайся. Ну все, надо идти туда. Это моя. Надо и слушаться сестренку. Ты стоишь все время. Доброе утро, Влад. Дергаешься. Батюшка службу служит, а ты туда-сюда крутишься. Так нельзя. Сестренку тебя воспитывает, заставляет, чтобы ты хорошо стояла. Слушайся ее, ладно? Ну все, Богом.